Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе утро. Я тут готовлю завтрак. Дети попросили пожарить хлебушек. Сверху я посыплю вот такой вот приправой. Тут у меня закипает чайник, чтобы заварить чай, кофе. Такой вот приправы посыплю сверху. Очень вкусно получается. Сегодня такой вот будет кофе. Эгоист. Люблю вот кофе-эгоист. А вот кружечки, которые появились новенькие у нас. Это Настюхина кружка такая. А вот с такими вот разными кружечками. А нет, они повторяются. И у Лёхи вот такая вот новая кружечка с собачками. Собачки тоже повторяются. Они одной фирмы какой-то вот такой. Не знаю. Я в нос разговариваю. Тут мои цветочки новые, которые нам подарили. Пока еще их никуда не пристроила. Потому что поддончиков пока у меня нету. Стоят на тарелках. Ну, в общем, это что у нас денежное дерево получается небольшое. А это у меня получается спатифилум. Или как этот цветок называется? Кто знает правильно, напишите. Не знаю, ну все, сейчас буду уже доставать хлебушек, посыпать и жарить буду яичницу. Красивенькая у нас яичница, готовлю ее на троих. Вот, и что, потерла сыр, также посыпала приправы, но не солила. Яйца, ну обычные наши, не знаю, наши, не наши, ну какие-то пищевые столовые, куриные. И использовала вот такую вот колбаску ориантовскую, деликатесную, с салями. Ну и та же самая приправа. И масло подсолнечное Альтера. У нас тут медом нас угостили. Мед подарочек. Как раз пока я выздоравливаю, прям мед очень нужен. Ну, мне дала кофе. Всем приятного аппетита. Сейчас буду звать уже ребятишек и будем завтракать. Еще надо чай налить. Я сделала свежие огурчики, но уже с другой приправы. Это уже итальянские травы. Налила кофе. Приготовила себе тут опять массу всего. Что пью? С сайта iHer пью вот такие Maxi Hair для волос, ногтей. Здесь очень хороший такой список витаминов. Вот можете себе посмотреть, что это. Ну, как бы добавок пью рыбий жир. И допиваю комплевит. Ну, это так себе, чтобы, мне кажется. И вот такой вот пью, раз что-то как-то приболело, иммуномодулятор. Ну, в общем-то, все приготовила, чтобы не забыть, потом после еды уже выпью. Ну что, всем приятного аппетита. Так, что это у меня тут? Тут всякие громкости у нас с печеньями совсем-совсем. С Илюшкой пришли на новогоднее представление во дворец, да? Ждем, когда начнется, зал там собирается. В общем, ну, здесь такое плохое освещение, будет представление, там еще что-то. И получим кулек, да, сегодня? Что там, это... Что будет? Наверное, говорит. Посмотрим, что будет. Тут у нас палочки-мигалочки продают всякие разные. От 50 рублей нам сказали, что эти все палочки-мигалочки стоят, да? Побежала ее искать. И сама потерялась. Ее нельзя отпускать не весть куда. Надо помочь найти сестру. Как ты это сделаешь? Как? Обыкновенно. Вот, она нас не видит? Да, она слишком человек. А можно я тоже попробую? Давай.
Сейчас будет новое поступление фигурок. Это не в ее интересах. Я думаю, эта фигурка достаточно застыла. Обещали вам показать кулек. Да, с ручкой. Вот такой вот чемодан с ручкой. Давай поближе покажем. Вот такой вот чемодан, на котором написано «С Новым годом». Здесь лейбл профсоюза. Там здесь ММК. Такие открытки. Ну, давай, ММК. Открывай. Открывай, посмотрим, что же в этом чемоданчике. Вот так. Хоп. Потом берется, вот так открывается, потом еще одна, и тебе надо вот так повернуть и открыть. Класс. Давай ты мне, давайте покажем, вот столько всего в этом кульке. Сейчас нам я буду доставать, а я вам буду показывать. Ну, первое, самое маленькое. Давай, я буду рассказывать. Так, это что-то у нас такое, хрюшка. Это у нас пазлы, 120 элементов. Игрушка, ну, в общем, пазлы. Вот такую собирать. Ну, вот такая свинка. Хрюшка. Да, точно такая же. Такие вот пазлы. Давай следующее, что там. А, кстати, на представлении вот задний фон вот такой был. Прям вот такой вот? Да. А-а-а. Когда начало было. То есть, как тебе представление? Ну, нет, давай сначала. Понравилось. Потом кулек будем. Такой, мне очень понравилось. Такая хрюшечка.
такая миленькая. Ну, посмотрите, какая хрюшечка миленькая. В том году нам давали собаку такую. Вот это такая длинная. Вот хрюшка с сердечком, с бантичком. Симпатичная. Вот симпатичная. Давай, что там у тебя еще? О! Дальше у меня... Следующие это вот такие вот часики зелененькие. Такие вот зеленые часы на руку. Как они включаются? Так? Как включаются? Вот. Вот на вот эту кнопочку нажимаешь, и там должен быть... Во. Mm-hmm. Они еще на магните, вон они. Ну, они на магните. Там магнитик маленький стоит. Ну ладно, хорошо, давай посмотрим кулек. Вот это размер... А, тут можно уменьшить, кстати, запросто. Можно еще уменьшить. Угу. Размер. Кулек у нас вот такой. Вот такой большой кулек. Давайте откроем его. Такая упаковочка. Что-то я не могу открыть. Прибегаем. Ну, свинка прикольная очень. Такая пушистая. Ну, не знаю, конфеты вот, как конфеты. Вот это мармеладки, мармеладки. Тут есть, кто знает, Аленочка, вот такая Аленочка. Ну, нормальные конфеты такие. Вкусные, большие вон, большие, маленькие. Ай, как вкусно пахнет, или я голодная, не знаю. Конфетками пахнет. Тут какая-то бумага. Сейчас выгонять пойдем. Ну, в общем, кулек. Кулек хороший, вот такой вот большой. Подарки, часы. Часы можно уменьшить. Здесь, в общем-то, вот это выдвигается. Видите, как? И можно отрезать. Да, отрезать. И уменьшить браслет. Так что посетили мы. Свинка очень новогоднее классный. Представление. Получили кулек. Ох ты, вот так. Вот так закрываются. Ну, в общем, пожалуйста. Свинка очень классная. Мне понравился спектакль, все понравилось. Но особенно на вот эти классные глазики. Глаза, глазики. Свинка такая прикольная. В общем, самое главное, ребенок доволен. А мне вообще... Я довольна вдвойне, скажу. Она тоже хотела его. Я ему говорю, если, говорю, тебе свинка не нравится... Я, конечно, не против, ты мне можешь ее подарить. Он сказал, нет, нет, нет. Я могу только ту собаку дать с прошлогоднюю. Прошлогоднюю собаку. Придется брать хоть прошлогоднюю собаку. Так что, в общем, он сказал, нет, 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 я буду с ней спать. Это год Илюшкин. Поэтому, в общем, все себе купировал сразу же. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую и всем вам пока-пока.